волшебы, что максимум, для чего он достоин, это только отношения в волшебстве. Это я сейчас мягко очень говорю, сглаживаю углы. Но ты ее обозвал просто самыми непристойными словами, которые девушка в принципе не заслуживает, ни одна. А вчера ночью ты сказал, что ты тетка, и никогда у тебя не будет отношений. Ну, прям ты прошелся, знаешь, по самому больному, по самому неприятному, и, ну, я не скажу, что как-то Алена это заслужила. На эмоциях сказал, ну, не подумал, извинился уже. Ты считаешь, что ты прав был? В чем? В своих оскорблениях, в своем флирте с Яной Захаровой. Абсолютно нет. Для меня это не считалось флиртом, это была шутка. Это были шутки, я их воспринимаю как шутки. Я еще раз сказал, что если это не нравится Алене, то я впредь не буду так делать. Ну а что, за что ты так, не знаю, напал на Алену? Люди должны были соскучиться, не знаю, там, обняться, воссоединиться. Мы не понимаем друг друга в некоторых моментах. Вот давайте тогда разбирать по этим моментам. Прошу не повышать голос, она говорит, я буду повышать голос. Я, естественно, тоже человек вспыльчивый, поэтому я быстро завожусь. Не знаю, я думаю, что Аленке...